Nem volt írat, mint a palacs és pirzs. О, люди, дорогие мои, боже, боже. Я придумала. Отче, закажи, да, не сам ли. Лепый, лепый. Я придумала, знаешь что? Что? В декабре. Декабрь, 12 месяц. Добро. Знаешь? Тоже хочу что-то, знаешь, такое сделать необыкновенное. Что? Сюрприз. Да, вам понравится. Вот слушай, Боже, тебя упаси. Не хочу ошишить. Наоборот, хочу косы. Лутный. Ага. Можно я мог-то уничтожить, что чё-то. Потом возьмем ватку и останусь у меня в руку. Они не останутся. Через 4 месяца аж останутся, если я не поменяю. Я-я. Не можете фурать на меня. О, фурать это быть похожими. Ой, не смеши мои седые. Ну, а то нет, бля. Шо? Лепый, лепый. Хорошо сделал, мастер хороший. Добр мастер. Найболи. Словно человек ради посол за вас. Я помню, тебе одна девушка говорила, приедь ко мне, я фризер, фризерка, я тебе все сделаю, ты будешь вообще супер-пупер. Не, знаешь, мастера никогда не меняют. Вот. Никогда нельзя менять мастера. Если ты, он уже знает твой волос, он знает, как он ложится, как он фарбается. Понять человек все знал. Все знает. Во-первых, он знает уже твою не голову. Не дал никому, что шиша сам не он давал тебе человек. Правильно. Шиша и пламенови, и бриеме, и все. Все, он... Что я знаю? Правильно, не надо менять. А ты знаешь, вот как у нас говорят, не знаю, как у вас вот говорят, вот стоматолог должен быть один врач, к которому ты ходишь, ну это зубарь или как это было. Yeah. Потом парикмахер, ну этот вот тоже должен быть один, вот, который тоже тебя уже знает. Вот так вот. Ну а что я не права, права. Подобно. Его мать, он сам себе припадник Елим. Он наказанный. Сейчас ты же отложил, так сказал, бил в Сараево. Наказали Чарли. Наказали его. Казна у него. За что? За то, будет знать. За пальчику ее. Вот. Видишь как? Мало того, что меня все поцарапал, так еще уел. Теперь будешь сидеть в ковезу. Зато ему треба дать знать, а то не смей дать. Надо его за лапку укусить. Что меня не смей уесть. Он станет ту и ничто. Грицка оно нежно, полака, все и оде. Покой меня, Бог. Я не могу тут находиться. Я вас реку нему, когда сам принял серебро. Смотри за Яном и окуси. Ах, так это ты, Рик. Так это не его должна я за лапку укусить, а тебя? По слову, по руку, да. Ага. Окей. Йо, я слава одного рана, все, как мы себя врачали. Месяц на небо, значит, кринчи, минусы, убрзо. Сама. Зима? Что ты хочешь, 11 месяц? Пора уже? Йо. По доброй время. Палаку-палаку и пойдет минус. Да снега. Следующий понедельник минус 3 ночью, а днем всего лишь плюс 9. Ой, сяево. Лето, я дошу, горе солнце. Уфу, фино, скинулся в мои скатки рука. Прошатался, мама. Ну, что, я оставил авто там. Правильно. И он дошу вам. А добро буде после полни. Так, сам зашел из салона, смерзлся. Бежи до авто, торчи, пали, нех се угрие, загрие, прегрие. Я сегодня Сюзанна писалася, она каже, тоже очень зима у них, очень. Они вот. Спустили гривание на утро? Нет еще. Пока пустили. 10-го, 15-го, 11-го. У нас пустые чим захладывают. Не-не-не.
Они вот пускают вот так вот. Это должно быть хотя бы минус 3 днем. По дану. И потом они смотрят, пускают. Плюс они, понимаешь, как пускают, а систему они должны еще прочистить вот эту вот. А где-то, если будет пробка, понял, стоять, то надо, мастера приходят, чистят эту пробку. Я помню, когда мы жили там, вот, ну, на той квартире. Блин, везде есть тепло, ну, во всех квартирах. У нас это вот, а пробка стала, вот, и не может, ну, пройти воздух. Мастера пришли, батарею, такое, знаешь, такое вышло. Закрутили, пошло. А потом... Потом вручье было. Открывали прозор, чтоб воздух. Такое. Ну, у них сейчас тоже в котельне, ну, вот это, откуда идет тепло. Что-то там поломалось, ну, такое. И вот сейчас они прогоняют. Ну, это 3-4 дня. Потом пока они запустят. Ну, и как раз дойдет 10-е, 15-е, 11-е. И будет. Вот. Ничего, все будет хорошо. Такое. О, уже смотри. Вот видишь, как он засыпает? Он вот с самого детства. Только ты вот принес, он так вот любит засыпать. Сам себе что-то там. И клювиком вот так вот. А, баю, баюшки. Не надо. Сколько науки? Ходи, я науки. Не-не-не. Что с утра, Боже? Дай Бог нам проснуться. Вот. И потом решим, что с утра. Планов миллион. Знаешь? Твоя? Моя, ведь. Треба вам дрова рішувати перво. Угу. С утра по камиону вуче. Мурачи и доли стоварт. Угу. Он ćemo звать трактор. По трактором ту. Па ćemo све истрејст. Па ćemo да слагат. Да. Има горива купить уж за моторку. Дрова в первую очередь надо решить. Ту мураш сад готово ти зима. Иди мураш без африканци икакви. Значи да имамо. Nek je toplo. I ovo ovdje riješit što ima. Ima i gore u njevi. Jebo maj, koja je to žalost. Ti pripremiš drva, sjebiješ se, umoriš se. I ono izgori izneseš ovako i baciš. Jebo maj. Tašno. Uzim da li zbog uloženja ideš. Ne moraš to uštati. No a kak ti htio? Vidiš ono? По-другому не получается. Вижу, граду уважишь, это вот газ есть. Uh-huh. Вот, и там лишь стан этим газом отапливается. А сюда вот провести, ну вот по селам. Ой, это все пуна много паре треба. провести линию, вот, например, сюда, вот в горную вишницу. Да, ты что? Нет, ты не понял, а линию саму вот провести. Знала, а каждый себе уже отводит лица. Ветки, понимаешь, ну эти, как они называются, грани вот эти вот, ну, которые идут уже в каждую кучу. Вот. А саму линию, знаешь, сколько это надо денег, чтобы проложить сюда. И то, мне кажется, будет дешевле дрова, чем газ. Ты что? Во-первых, ты будешь давать деньги за то, за трубу, ну вот за эту, которая лежит, что до вас доходит газ, вот,
за саму эту трубу. Потом вторые деньги ты будешь давать за вот эту ветку, что она идет к твоей куче. А третье ты будешь давать за газ, что ты использовал. Три рачуна будет. Три. Хе? Вот так вот. Ovdje ako čovjek radi, uradiš to nam sebi na pelet i mirna bosna. I od... Eto kupiš Charlie, vidiš. Не, я вот вообще тебе говорю, рассказываю. И просто смотри, вот ты, например, вот дрова. Ты видишь сегодня на поле, да, солнце, лепое время, тепло. Ты не ложишь день, правильно? А только на ночь, ну, как вечер, все, ты ложишь. А когда газ, он подключен постоянно. Ты уже не можешь выключить его. Понял. Не угасить, ты можешь его прикрутить, чтобы он вот так вот. Но все равно он горит, ты за это платишь. Да. Такое.